Так, у нас очередной камбэк. Ну что, вызов уже есть? Е4. Конечно, играй. Да, Е4. D4. Весь вопрос в том, какой будет третий ход. D5. D5 это скучно, зачем ты за все запираешь? Нет, я ничего не запираю. C4. То есть ты все запер? Нет. У белого уже похуже. Впрочем, наверное, в этом и цель камбэк. Нет, теперь с фигзаш 4 можно сдаться. Можно. Пешечка так интересная. Было, так и было запланировано. Конечно. Да? Соперник упор это не видит. Соперники настолько боятся, что не предпочитают сознательно получать хуже. Смотри, как мы накатываем. Ты забыл, как ходят фигуры? Нам они не нужны. По-моему, лучше ее с мат дадим после ферзь h5. Я не думаю, почему дадим мат одними пешками. Так. О, жертва, жертва. Ну. Правильно, я бы тоже испугался. Такой накат. Так, ну и хорошо. Вот, слон h3 хороший ход, слон d3 тоже ничего. Я бы слон h3 пошел. Так ты под e4 попадаешь. Ну и что? На d4 ферзь g4. Камбэк продолжим. Так, стоп. Стоп, вот есть, знаешь, какая идея? Есть идея вот оставить ладью какой-нибудь под бой, спровоцировать его на взятие. Гениальная идея. Короче, ладно, давай коня заберем. Это уже получше. Можно было просто ладья что и пойти. Как ты, смотри, у нас пешки какие. Не, он просто хочет уже пойти FG там. Да, и потом, например, HG пойти слон F2. Нет, ну, другие идеи, надо брать коня. Какой-то странный у нас камбэк. Ты очень быстро всех обыгрываешь. Так. Что, G6, H6? Да. Прорыв. Что это за ход? Русиловский. Ну погнали, погнали. Че, ну приходим? Конечно. Окей. Слушай, ну как тебе пойдется? Я не знаю, я по-прежнему все фигуры по местам. Нам они не нужны. Так. Если взять. После HG, мне кажется, все закончится просто, да? Мне тоже так кажется. Я не знаю, будет кон D3 играть или короче 7. Это, в принципе, наверное, не важно. На конь D3. Так. Ну заходи. Не наше, это тоже все потеряно. Чуть-чуть лагает у меня. Не знаю, погоди, погоди, погоди. Давай мат дадим. Давай. Ферзь А3. Ой, ферзь H3. Ладья H8. Король H8, ферзь H2, король G7, ферзь H6. Король F6, он G5. Король G8, ферзь H7 тогда. Ну, нормально. Срастается? Да. А, вот он, видишь, убегает. У нас есть. Ты понимаешь, насколько сильно мы запугали теперь. У нас есть ничья с вечным шахом. Где, а как тут выкачать ферзя? В бой ты имеешь что-то подтянуть? Хочу выкачать ферзя. В смысле, превращение ферзя. Явно не здесь, а вот. Ну ищи. А, вот, никогда. Ну все. И шах. И шах. Шах. Так, это будет конь, да? Да, ну в целом вообще можно было и ферзя поставить. И это пустой выпендрёж. Но это будет конь. Это будет конь. А почему не поставили ферзя? Теперь есть ход короля 6 вообще. Камбэк продолжается, зато у нас три коня. Замечательно. Да, да, нужно его спасать обязательно. Давай, конь. Да, вот. Конь 6. Три коня. Нет, вот у нас теперь идея сделать длинную рокировку и дать линейный мат. Вот видишь, кони мешаются. Ну, он настроен на размен ферзей, так мне интересно. Ферзей, конечно, менять не будет. Ферзь F4? Блин, надо... Сейчас тогда, правда,
Кстати, H4 надо все-таки. Почему? Так, я лагаю? Нет, нет, я тебя слышу. Ну, тут был сильный лаг именно на эту честь. Конь H3 включай. Конь H3 садей. Конь H3, конь F3, мы без ферзя. А, да, вижу. Давай, наверное... Так, что он хочет убежать? Давай, ну, это все очень глупо. Мы, конечно, могли выиграть раньше без приключений, но мы будем играть с приключениями. Садей конь H3, да, это? Садей 3-0. Нет, садей конь H3. Ну, да, ну, конечно, нам не дадут. Коня заберет что-то. Ну, заберет, не страшно. Кстати, сколько он под боем находился? Не, вот эти три коня выглядят очень впечатляюще. Так, 2-0. Дело в том, что, ох, как он играет мощно. Как добить-то? Шах? Шах, он уходит, мне кажется, нет, куда-нибудь? Там было козла, заберем. Ну, это мало. Да, в общем, мы могли остаться с лишним ферзем 500 ходов назад, а предпочли лишнюю фигуру за две пешки. Лишнего коня. Ну, тут матовая атака, конечно. Все равно. Не, у нас активнее фигурки. Конечно. Покажи дебилу вообще что надо. Да, ты запугал его своими пешками. Ну смотри, какие красавицы идут. Да, тут пришло с фигурами, мне кажется, уже неинтересно. Так, что нам король d7 сыграл? Любопытно. Знаешь, какая есть идея? Ну, конь f3 можно пойти. Не, можно пойти, знаешь как? Нет пока. Можно пойти ладья g3. Зачем? Чтобы ладья была защищена. Ну так-то жестче, она уже защищена. Хорошо. Только где мат? Ну, сейчас заползем и дадим линейный мат. Мы хотели линейный мат с одной стороны дать, а дадим с другой стороны. По-моему, это очень редкий случай, когда в одной и той же партии сначала хочешь дать вертикальный линейный мат, а даешь в итоге горизонтальный. Это берем. Ну и все, сейчас фигуры заползут. Тоже ничего не сделаешь. У нас был такой конь классный, ты помнишь? Понимаешь, у нас было три коня, остался один, и его сейчас могли взять. Да. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.